Кто это говорит? Говорит мужчина, сидящий перед огромным стеклянным окном уже несуществующего кафе, с видом на площадь Белорусского вокзала. В кафе еще можно курить, и он курит. За окнами сквозь декабрьский день медленно падает снег, и медленно бредут люди с детьми, без детей, с животными, поодиночке, по двое. Троллейбусы замерли и стоят по колено в темной, подмерзшей к вечеру смеси льда, соли, воды. Расплачиваясь, он думает про себя. Последнюю сигарету, и все. Кто это говорит? Кто это говорит? Говорит женщина, отворачиваясь к окну, за которым безлюдный сумеречный январь, усыпанный мелким электрическим мусором, следами, обрывками серпантина, битой посудой, ровно, долго, едва слышно, словно бы обращаясь к треснувшему, помятому сердцу всего того, что так и не стало ни миром, ни местом. Кто это говорит? Кто это говорит? Кто это говорит? Говорит книга, которую никто не прочтет, телефонный справочник, скажем, Борисоглебска, или полный список всех станций железнодорожной сети СССР с указанием кратчайшего расстояния до Москвы 1941, Трансжелдоресдат. Сквозь плотно сомкнутые ряды стеллажей из читального зала пробивается нескончаемый свет настольных ламп какого-то года, нарядившихся как на танцы в широкие модные той весной зеленые абажуры легкого ситца. Кто это говорит? Кто это говорит? Кто это говорит? Кто это говорит? Говорит человек, в июльские 5 утра, вышедший на балкон, в небе повисло облако, бесформенное, точнее, форма его ни о чем не напоминает ни одному местному жителю и вообще ни одному жительствующему. Заливается лаем где-то внизу небольшая невидимая собака, с невидимым же хозяином, наконец, спущенная, видимо, с поводка. Кто это говорит? Говорит книга, которую никто не напишет, воспоминания комбатантов, так и не взявшихся за оружие. Тяжеленный ташиновский альбом вытесненных добела фотографий. Пальцы тех, кого ни разу в жизни никто никогда не держал за руку в темноте. Кто это говорит? Кто это говорит? Говорит мужчина, только что вышедший из больничных ворот. Он вдыхает сырой воздух дневной зимы, прислонившись к ограде в виду автобусной остановки, обшаривает карманы в поисках сигарет. Пуховик, джинсы, пиджак, так проходит 10-15-18 минут, но вот уже откуда-то ниоткуда ползет, неуклюже заваливаясь то вправо, то влево, его 320-й почти до дома. Кто это говорит? Кто это говорит? Кто это говорит? Говорит женщина, пришедшая в яблоневый сад, оставившая коляску под деревом, чтобы самой спокойно присесть на скамейку на солнце. И так вызывающе смотрит перед собой, как и правда рассматривая кого-то, находящегося вот тут, в полуметре, от нее, залитый утренним солнцем. И всему, что ей предстоит, она предстоит сама, сквозь небесное обморочное короткое время, очнувшаяся уже, взорвавшаяся дребезжащим велосипедным звонком, криками чаек, лаем таксы, несущейся, что есть силы, через лужайку. Вой сирены, грохот прибоя, голоса говорящих. Кто это говорит? Кто это говорит? Кто это говорит? Кто это говорит? Говорит врач, выходящий в коридор детской поликлиники на окраине города под конец рабочего дня. Коридор пуст, никого. Вытертый кожзам на банкетках блестит под еле слышным жужжанием световых трубок, моргающих с потолка. Все уже разошлись по домам. Его одного на вахте внизу дожидается пожилой охранник. Он возвращается в кабинет, снимает халат, запирает дверь и спускается по лестнице, пересчитывая ступеньки. 2 этажа, 4 пролета. Кто это сказал? Кто это говорит? Кто это повторит? Это горят те, кто не говорит, с теми, о ком не говорят, те, кому не говорят о тех, кто сгорел и уже не заговорит. Пропустим, наверное. Мундус патет, первое. Значит, нужны пояснения, да, кто заглянул в книжку, там они есть. Я как-то обычно их избегаю, но в последнее время думаю, что, наверное, может и зря. Значит, мундус патет, да, это означает мундус открыт. В Древнем Риме это был возглас жреца, который 3 раза в год открывал колодец Цереры. Мир Церере, да, Мундус Сериалис. Это была глубокая такая яма на палатине, которая в остальные дни была запечатана камнем душ умерших, он назывался Ляпис Маниалис. И, значит, согласно Плутарху, Мундус был выкопан в земле, а потом запечатан Ромулом при основании города, да, вырыли круглую яму и сложили в нее первины всего, что люди признали полезным для себя в соответствии с законами и всего, что сделала необходимым для них природа. А затем каждый бросил туда же горсть земли, принесенной из тех краев, откуда он пришел, и всю эту землю перемешали. Яму это обозначает словом «мундус», тем же, что и небо. Оттуда как бы из центра, словно описывая круг, провели границу города. Это
Ромул, значит, в переводе Маркиш и обработки Аверинцева. То есть, ну, мундус пате, да, мундус открыт, это возглас, открывающий дверь между миром живых и миром мертвых. Там есть какое-то более сложное... Стихотворение появилось из того, что я много думал о Древнем Риме, о том, насколько мир, в котором мы живем, в целом, это мир как бы Римской империи, да, и римский мир. Вот была такая прекрасная картинка, на сети какие-то люди сделали такую карту европейских дорог, на которой ничего нет, кроме дорог. Видно, что все европейские дороги до сих пор со времен Римской империи сходятся в Рим, да, из этой, сколько уже прошло, да, 2000 лет. Вот, Нихштангерс-пакт – это пакт о ненападении. Изглаживается шрам, оставленный плугом, изливается из ямы земля. В пустоту, едва освещенную, одинокой звездой зерна, растекается, ничему не соображая. Неостановимая скрипучая соль разъедает дымящиеся стада, и ветер встает на ветер. Бог Нихштангерс-пакт освещается разделом первин. Добываясь, война проступает сама из размытого тусклого света и скользит по львиному лугу красной лисой. Торопясь, многоногое цепкое время карабкается по стволам и столбам к низкой облачности, гневливой, одышливой. Пар восходит от раскаленных прожекторов. Вынести бы нам, сограждане, под летнее небо, разложить и просить. Но все, что некогда стало общим, перестало быть общим. Принесенное оживает, карабкается из ямы, лезет наверх. Выбравшись, аккуратно отряхивается, разбредается по домам. Ветер встает на ветер. Зола отделяется от золы. Ты, если бы заснул и спал, то видел бы четвертый сон во сне своем восьмом. Тяжелая московская сирень, пропитанная утренним дождем, начавшимся вдруг, неизвестно как, от невыгоревшего за ночь, загоревавшего, и вот. Ты, если бы открыл глаза, проснулся и не спал, то видел бы, как новый день, многоэтажным до небес враньем, жильем, в основном все это. И вот один встает горой, второй стоит один. Тяжелая московская сирень, склонившаяся к утренней реке, варево весны. И будущее варенье садов, истошно выкипающих в синеву. Радио волнуется три, гаснущие блики морзянки. История не марковский процесс, то есть такой. Во сне сирени только им не выстоять одним. Как если бы пришел в себя, сгустился веществом, а там стоит чужой язык над мертвым естеством. Дрожит в зените посреди, а там стоит чужой язык. И будущее варенье садов. А там стоит чужой язык, а там стоит чужой язык, и выкликаемое из сваленных в яму тел, а там стоит чужой язык, и он тарам, пам-пам. А это мундус пате, второе, значит, парное стихотворение, вот цикл. Повсеместное, постоялое, многоногое время отовсюду бежит отсюда, забирается по стволам к небу, свисающему с раскаленных прожекторов. Родословная тонущая пехота, четырехснежная обогренная безземельная пехотинница, а добравшись, колышется, разрастается, расстается в невозможных, разрывающихся пустых, ледяных пластах, отсыревшей, растерянной вверху высоты. Пошла, пошла, кому говорят, вытекшими из глазниц облаками, лоскутами ситцевыми, кровящими. Изумрудный ли это сок трав, шевелящиеся ли буквы закона? Многоокая ты, широковатая ли, не свою ли землю ощупываешь лицом, еле под зажившим рубцом, кобура, заступница, сестра, переносится обводненная, залесенная, попустительница, географичка, пустоколосица. Зимние норы в тебе, роет в себе война. Зимние норы себе, роет в тебе война. Шарят прожектора наугад наотмель в прозрачных остывающих реках. И все наше время, что может кричать, кричит. Слышь ты, крот, землей набит рот. Эй, чухна, слабо догнать пацана. И все наше время, что может бежать, пока может, бежит. А когда не может, спотыкается, падает, обнимает руками, зажмуривает глаза и, сжавшись в комок, дрожит. Ходит лиса. Под темным деревом над лесой белки летят.
Хороводится дерево вокруг себя самого. Воздух обнимает себя руками. Помолчи, говорит себе, успокойся. Темнота-то летит по холодному небу. Облака-то разбежались по темноте. Ходит лиса под деревом, плачет. Белки летят над лисой, смеются. День садится напротив другого дня и берет его руки в свои. Левую, правой, правую, левой. Обе реки замерзли, обе остановились и бредут сквозь погасшее белое бесснежное поле, приближаясь к последнему освещенному дому, за которым лес. Но как зимнее время ни на что не могут решиться. Опухшие от слез облака, смеющиеся древесные звери. Воздух, объятый воздухом. Темнота, объятая темнотой.